Всем доброго здравия. Представьте себе, что вам на завтрак захотелось приготовить яичницу, но обыкновенная яичница вам уже чертовски надоела. Сегодня я вам расскажу, как сделать необычную яичницу наоборот. Для этого нам понадобится несколько помидоров. Берем мы их столько, сколько мы хотим, чтобы у нас получилось. То же самое касается и яиц. Мы берем их столько, сколько мы взяли наших помидоров. Нам потребуется немножко тертого сыра. Тереть его можно на мелкой терке, потому что мы будем его сыпать сверху, и будет удобно. Немножко зелени, хорошо мелко порезанной, соль и перец. Ну что ж, давайте готовить. Начинаем мы нашу готовку с того, что я беру помидор и отрезаю совершенно обычно, просто вот так вот его верхушечку, чтобы получилась вот такая штука. Берем ложку и аккуратно вычерпываем ложкой как бы полностью все внутренности помидора в отдельную мисочку. Только делайте это аккуратно, чтобы не повредить шкурку помидора, чтобы из него потом ничего не могло выйти. Получается вот такой вот внутри чистенький помидорчик. Вот у нас получаются такие пустые штуки, чем-то напоминает шлем, можно сделать из него гриб. Поскольку мы наши с вами помидоры будем запекать, то я взял вот такую формочку и положил фольгу. Мы кладем в нее наши помидорки. Прямо вот так вот. Можно не масло, ничего в принципе не нужно добавлять. То есть просто вот так кладете. Дальше берем яйца. И прямо бьем яйцо внутрь каждого помидора. И вот я выбил все наши яйца, помидорки. Теперь мне их надо посолить немножечко и поперчить. Ну, в принципе, вы можете делать как бы кому как нравится. Да, здесь нет никаких определенных пропорций. Как мы посолили, поперчили, берем наш сыр и прямо выкладываем вот так вот сверху. Вот мы с вами положили сыр. Теперь я беру и кладу сверху мелко порезанную зелень. Получаются такие красивые фаршированные помидорчики. А теперь мы берем наш поднос и ставим помидоры на 20 минут в разогретую духовку. Почему на 20? Для того, чтобы яйца у нас хорошо пропеклись. И вот прошло 20 минут, и наше чудо-юдо вывернутая наизнанку яичница готова. Выглядит очень она красиво, аппетитно. Пахнет очень приятно таким легким ароматом сыра. И мне кажется, что вот эти помидоры будут очень красивым украшением даже праздничного стола. Спасибо, что смотрели. Впереди будет очень много интересных, быстрых и вкусных рецептов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам самого хорошего. Пока!